Сотрудникам уголовного розыска поступила информация, что находящийся в федеральном розыске за уклонение от отбытия наказания мужчина проживает в частном доме в Адлере. Во время проверки документов сочинец решил скрыться на автомобиле. Инспектор ППС Антон Холстинкин попытался остановить транспорт. Залез в окно, заблокировал руки гражданина и попытался заглушить транспортное средство. Но во время борьбы он все-таки протащил меня около 15-20 метров. Подоспевшие сотрудники полиции блокировали данное транспортное средство. Данный гражданин был задержан. В ходе личного досмотра в отделе полиции у него был обнаружен пакет с наркотиком метадоном. Установлено, что мужчина ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления. Сейчас он взят под стражу. Возбуждены уголовные дела. Сочинцу грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.